Привет, Ария. Привет, Виктория. Ты знаешь, в последнее время я чувствую, что у меня очень стянутая кожа. Стянутая? А чем ты умываешься? Ну, обычно я умываюсь просто водой, либо иногда использую мыло, чтобы стереть макияж. Мыло? Мыло ведь содержит щелочь, и поэтому она вызывает такое чувство стянутости, потому что нарушаются защитные барьеры кожи. Защитные барьеры? Что это? Защитные барьеры – это такие натуральные увлажняющие факторы, которые помогают сохранить нам нейтральный pH кожи. Допустим, керамиды, натуральные какие-то жирные кислоты. Поэтому для сохранения вот этого нейтрального pH кожи нужно умываться пенкой для умывания. Я не знала, что мыло разрушает эти естественные барьеры. Да, права. Пенка с нейтральным pH наиболее лучше подходит для очищения и эксфолиации кожи. Эксфолиация? Что это? Эксфолиация – это удаление омертвевших клеток нашей кожи. И делая как бы лучше эксфолиацию, кожа становится красивее и лучше принимает уходовые средства. Я не знала, что, оказывается, умывание – это так важно. Да, умывание очень важно, и очень важно использовать правильные средства с правильным pH, как, к примеру, наша пенка от компании Re&K, которая содержит керамиды и ниацинамид, который осветляет кожу. Также он содержит натуральный фитополифенол, то есть это антиоксидант растительного происхождения. То есть данной пенкой и pH кожи не будет нарушен, кожа будет очень прекрасно очищена, что поможет вам в уходе. Спасибо, Ария, тебе за совет. Буду использовать эту пенку.